В Мордовии много благоустроенных территорий, которые нравятся и взрослым, и детям. Сквер защитников Донбасса – одна из таких. Здесь созданы все условия для хорошего времяпровождения. Сквер открыли совсем недавно, осенью прошлого года, а преображать начали в июне 2021-го. Почти сразу же после открытия он стал пользоваться популярностью у жителей и гостей республики разного возраста. Однако малышам здесь особенно интересно, ведь в их распоряжении игровая площадка и футбольное поле. Взрослые тоже довольны, ведь мечтали о появлении ухоженной и благоустроенной общественной территории давно. Облагороженный, все чисто, люди гуляют. Для горожан это хорошее место отдыха. Мне сквер очень нравится. Здесь много детей всегда гуляет. Моя дочь, мы с ней часто сюда приходим, прыгает на вот этих батутах, лазит на горках и всегда хочет сюда вернуться снова. Мы узнали о нем месяц назад и каждый день ходим с внуками сюда. И бывает утром и вечером. Мне очень нравится. Во-первых, тень. Во-вторых, тут дети примерно одного возраста. Так что и сегодня мы очередной раз тоже пришли. Совсем скоро в сквере появится еще один объект. Во время открытия был заложен первый камень в основании, а сейчас уже обрисовался облик будущей часовни. Ее воздвигают в память о воинах-защитниках Донбасса, павших в ходе специальной военной операции. Но строительство посетителям сквера не помеха, тем более, что территорию ежедневно тщательно убирают. Все условия для приятного отдыха в самом центре города созданы. Так что заходите. Валерия Новикова, Дмитрий Малахов, «Народные новости».